закона, каждое движение справедливо. Ну а сейчас на льду мы видим Мао Сада, да, японская фигуристка. Первое место в женском одиночном катании на этом турнире. Прекрасный номер. Мэри Поппинс, посмотрите, пожалуйста. Обратите внимание, очень хороший номер. Да, здорово, прелесть, конечно. Любой номер Мао Сада, будь то короткая программа, произвольная программа, не говоря уже о показательных выступлениях, это маленький шедевр. Но а этот номер, я думаю, не может оставить равнодушным никого, абсолютно никого. И сейчас, конечно, овация в зале приветствует Мао Сада совершенно справедливо. Прекрасный, замечательный номер, который очень идет, который она его чувствует и исполняет, я могу сказать, 200%, на 200%. Веселая, озорная, артистичная. Вместо всем техничная. Опять прыгала 2,5 тройные прыжки в показательном. Это здорово. Про таких, как Мао Сада, говорят, что вполне уже давно заслужила бенефис. Бенефис Мао Сады, да, согласитесь. Ну, шоу Мао Сады, да. Потому что она одна может держать зал 2,5-3 часа в легкую, да. Потому что за ее карьеру уже такое количество было номеров сделано.
И тем более, представляете, например, номер Мао Асада и там, например, Юдзуру Ханью, да, или тот же Дайсу Такахаси. Да. Хотя мне кажется, что ей очень по стилю, по стилю подошел бы, например, Такафика Казуха, да? Раскачивает зал, раскачивает, чтобы больше вызывали. Да, здорово, конечно, здорово. Приятно, радует такие показательные номера. Ну, второй номер, да. Все ее очень любят в Японии. Да что только в Японии, по всему миру. А вот снова Гершвин, потому что у нее два номера в этом году. Мюзиклы. И вот это вот «I got rhythm». Вы видите, что дорожки, конечно, впадают в показательном номере чуть-чуть и в ее короткой программе. Зарисовочка, да? А больше не надо, да? Меньше минуты, а... Изумительное солнечное... А впечатление на долгое время, да. Девушка из Нагои. Она не просто любит фигурное катание. Это какое-то, знаете, более глубокое чувство у нее. И все тренеры, с которыми она трудилась, все отмечали, что отношения...